Татьяна показывает последствия непогоды. После очередных осадков затопило и жилую площадь. Хозяйка квартиры говорит, ремонт делать бессмысленно. Снова затопит. Ремонтик маленький худо-бедно сделали. Все это затекает. Лужи стояли. День и ночь выкручиваем, это на четвертый этаж бежит вода. Ну это ужасно просто. А это соседняя квартира того же этажа. Тут последствия непогоды видны более отчетливо. Дождевую воду собирают мисками и ведрами, чтобы не затопить нижние квартиры. Отсюда капает, набегает вот здесь вот лужа. Паркет уже, понятно, что он вздыбленный тут. Вот. Ну вот как-то вот так. Ну просто если эта стена уже скоро рухнет. Галина проживает в квартире на этаж ниже этой. Говорит, вопреки всем стараниям соседей сверху, протекание кровли ощущает и на себе. Вот этот, вот куда дошло, здесь и там. Жильцы дома говорят, кровля протекает уже около 10 лет. За последние 3 года проблема только усугубилась. И эти заявки были ко всем. И в ЖЭУ, и в департамент. И одно и то же был ответ. Приходили мастер, приходили вышестоящие органы, смотрели, все руками разводят, соглашаются, видят такое состояние, но никак не реагируют. Дому номер 14 по улице Застафонской около 50 лет. За это время капитальный ремонт крыши тут не проводился ни разу. Дому 47 лет. За 47 лет ни разу не делалось ремонт крыши. Все квартиры, эти 14 квартир 5 этажа и даже 16 квартира, номер за номером 16 квартира на 4 этаже и несколько квартир ниже этажем, тоже затапливаются вследствие затопления 5 этажа. В КП «Наш город» говорят, о проблемах дома знают. Говорят, дом стоит в планах на капитальный ремонт. Однако проводить его будут только в следующем году. Титульный список капремонта 2017 года уже сформирован. По результатам весеннего обхода 9 квартир числится по протеканию. Это 440 метров квадратных. Будем давать предложение. Департамент будет рассматривать такую возможность. Мы его хотим подавать не только по ремонту кровли, по ремонту стеновых ограждений, крылец. Дом 76-го года постройки, конечно, капитальный ремонт необходим. В июле этого года будут сформированы списки адресов, заявленных на капитальный ремонт в 2018 году. Далее их рассмотрят в департаменте ЖКХ и сформируют план выполнения ремонтных работ. Валерий Калайтан, Юрий Васильченко, ТВ5.